Привет, дорогие друзья, с вами Тинин, и сегодня мы поиграем в игру под названием Farming Simulator 2017 на карте Долгостроева. Ну что ж, как вы видите, у меня тут есть небольшая кучка дров, и мне их нужно наколоть, чтобы в печь они влазили. И сейчас мы поедем за топором, потому что у меня нету топора, и тут в местном магазине продается топор. Надеюсь, хорошего качества он будет. Надолго мне его хватит, надеюсь я. Ну что ж, будем потихоньку выдвигаться к магазину. Тут магазин буквально на соседней улице. Недалеко я взял с собой 500 рублей. Должно хватить, мне кажется. Купим сразу с ручкой топор. И должны они быть наточены. Так, ну что ж, вот уже мы почти подъехали. Вон там магазин виднеется. Так, ну сейчас какой-то топор купим, наверное, небольшой такой, чтобы был удобный. Так, давайте тут остановимся. Тут никому мешать не будем, надеюсь. Ну что ж, заходим в магазин. Так, вроде бы работает, уже 11 часов утра. Так, ну что ж, заходим. Ну что ж, ребята, вот я купил такой вот топорик, довольно хороший такой, и ручка удобная. Давайте будем садиться. Так, за 400 рублей я его купил, даже у меня 100 рублей сдачи осталось. Давайте заводим буханочку и поехали колоть дрова, потому что, ну, это очень нужно. Ночи холодные, а я уже истопил такими дровами, которые колоть не нужно, такие маленькие. Остались теперь только большие. Так, ну что ж, вот уже мы почти подъехали к дому. Да, буханочка хорошо справляется со своей работой, по таких дорогах хорошо ездить. Ну что ж, вот уже мы и подъезжаем. Я выгнал буханочку сюда, чтобы она не мешалась во дворе. Так, давайте будем ставить как-то. Так, берем, они тут еще кривые такие. Так, как бы поставить их? Блин, если бы развернуть как-то можно было, но я что-то не могу. Так, вот у меня такой довольно большой есть еще пень, я вытянул, у меня там был за этим... за двором. Так, ну что-то даже этот пень не справляется. Давайте, блин, это будет, мне кажется, сложно поставить. Так, какой-то кусочек. Ну вот, вроде бы получается. Давайте прямо аж присядем. Так, блин, и что-то он падает. Они просто какие-то косые, нужно было более поровней пилять их. Ну, вот так вот получилось. Так, давайте с этой стороны. Вроде бы получилось. Давайте теперь перерубим. Так, теперь нужно еще словить. Так, что-то не могу. Куда-то вниз оно идет. Так. Так, во-во. Так, что оно... Вот, перерубили, с первого раза перерубим. Так, давайте теперь вот здесь. И вот здесь. Да, топор острый, вот я смотрю. С первого раза перерубаем. Так, теперь куда-то туда откинем, чтобы они тут нам не мешались. Вот, и вот это вот в печь влезет. Вот это вот понимаю. Так, ну что, давайте теперь этот кусочек. Так, вот так вот пускай... Да, жалко, что в ферме нельзя разворачивать, ну, поворачивать предметы. Может и можно, просто я не знаю, напишите в комментариях. Может я ошибаюсь. Так, теперь вот это вот. И, ребята, надеюсь, вам эта РПшка понравится. Поскольку это какое-то разнообразие. Такого еще у меня не было на канале. Так, давайте теперь ту сторону. О, вот, вроде бы пошло. Тут главное... приловчиться, и вот будет все рубаться. Так, там, как бы нам еще забор не сломать. Ну, вот такие тоже влезут. Они вроде бы и длинные, но влезут. У меня там в печь дверь большая. Этот тоже должен влезть. Да, это влезет. Так, ну вот. Уже у нас такая кучка имеется. Да, ну еще тут есть такие, правда, маленькие, которые влезут. Вот типа этих, вот типа такого. Ну, мы будем пока что такие рубать, самые большие, а потом просто перекладем.
Так, ну что ж, я буду пока рубать потихонечку, потом продолжу, когда нарубаю приличную кучу. Вот такая вот у меня небольшая кучка получилась. Ну, тут буквально вот осталось еще немножко. Вот, например, вот этот вот кусочек вроде бы. Да, он вроде бы не влезет мне. Давайте порубим его. Так, давайте попробуем сейчас. Так, вот, вроде бы это последний кусочек. Тут все должны влезть в печь. Так, давайте вот еще немножко. И вот все. Да, немножко я подустал. Сколько тут нужно было перерубить дров. Да, вот такая большая куча у меня получилась. Но это все влезет в печь. Да, вот все. Но вот этот можно еще будет перерубить. Он такой. Да не, все-таки влезет, мне кажется. Ну что ж. Вот давайте немножко подкидаем на кучу. Потом я их занесу в сарай, наверное. Либо чем-то накрою вот здесь, чтобы они лежали. Поскольку дожди передают. Такие большие дожди. Так, что, ну, намочит их, это будет плохо. Ну вот, давайте вот эти вот тоже мелкие поскидываем. Так. Блин, тут забор дырявый, как всегда. Нужно будет подлатать, либо какой-то новый поставить. Кстати, предлагайте свои идеи в комментариях для РП. Вот эту вот идею я взял с прошлого видеоролика. Не помню точно, кто предложил. Ну, кто-то предложил, чтобы это я нарубил дров, которые у меня лежат. Огромное спасибо за такую идею. Мне она понравилась. И вот теперь эта РПшка по твоей идее. Сорян, но ник не помню, кто мне написал. Так, ну вот уже мы поскидывали. Это очень хорошо, что сегодня нарубили дров. Потратила где-то минут 30, чтобы наколоть дрова. Так, вот. И вот. Да, пень хорошо все выдержал. Сколько ему лет уже, я даже не знаю. Он специально, я тут его нашел в сарае. Он там сделан. Тут вот еще какие-то болты снизу прибиты. Вот. Не знаю зачем. Так, ну, он, наверное, специально для дров сделанный. Он уже облез, как вы видите, старый очень. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилась моя РПшка. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!